nada, Alexis, na Валерию. Не надо, не надо. Россия очень красивая. Так тебе объектив закрыть. Пресс-таше красно-зеленый, у вас красно-красный. Да. Как так? Красный цвет. Мы попробуем забирать лучшую команду каждый матч. У нас появились много молодых игроков сейчас, и можно смотреть на поле и Кулико, и Магеева, и Ричинского тоже, и Камано как молодой, можно быть и Антон Миранчук. Я уверен, у них они то должны показать на поле. Главные лидеры от прошлых года не с нами, но сейчас должны новые лидеры стать на поле. Правило с качеством игры, но мы не забиваем много, это правда. Но мы поработали и сегодня будем смотреть, как будет на поле. Большое спасибо и удачи в следующем матче. Спасибо. Спасибо вам. Знали, что будет трудный мяч здесь, в Ростове. Здесь нелегко играть. Но очень хорошо двигались первых 15-20 минут и против прессинга. И наша команда и Ростов игрались много тактики и так хорошо двигались по полю. Было трудно создавать моменты и там и вам. Но было возможности и у нас, и я думаю, и у Ростова. Не могу сказать, что доволен ни с игрой, ни с результатом, но, как сказал, был тяжелый матч здесь. И просто есть хорошая команда и тяжело играть здесь. Я думаю, что никто не заслужил побеждать сегодня.